Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Колоссянам 3 глава, 1 и 2 стихи. О, если бы о небе мы мечтали, о, если бы туда стремились мы, тогда бы по-другому поступали, не те бы избирали здесь пути, на жизнь бы по-иному мы смотрели, не те бы были ценности у нас, мы б небом жили, а не только пели, готовились туда б уже сейчас. Для нас бы небо не было далеким, не только видимым и голубым, боялись бы пустить на самотеки хотя бы день, хотя бы час один. Мы Божий страх имели ежечасно, и это было б нашим естеством. Мы понимали, как опасно лишиться неба здешним пустяком. Не своего б мы все-таки искали, своя корысть была бы нам чужда, и не себе, а Богу погождали. Все потому, что хочется туда. Не те бы были в нас приоритеты, о святости заботились всегда. Все потому, что там неправды нету, а нам же очень хочется туда. О, если бы о небе мы мечтали, о, если б целью главной было то, законы неба твердо понимали, не нарушали их бы ни за что. Нам жизнь дана без лишнего мгновенья, без права на повторный новый круг. Печально, если здешнее хождение пред дверью вечности в нас вызовет испуг. О, если б небо было для нас лучшим, нетленным, вечным, дорогим, все остальное было б худшим, ничтожным, временным, пустым. А так о небе часто вспоминаем, войти же очень хочется туда, но об одном порою забываем, что неподкупно небо для меня. Блаженны те, кто к вечному стремятся, кто угождает Господу во всем, кто от себя здесь может отказаться. Для таковых и небо, отчий дом. В 11 главе послания к евреям мы читаем: «И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Аминь.